Как всегда, активные, полные жизненной энергии ветераны Ленинского района собрались на отчетно-выборную конференцию, 10-ю по счету. Инициаторы и активные проводники многих патриотических акций, которые проводятся не только в области, но и в стране, участники всех мероприятий, проводимых в регионе – все это о Совете ветеранов Ленинского района. Они встречаются с учащимися школ и гимназий, проводят лекции в институтах и колледжах. Они – участники республиканских марафонов и эстафет. Их мудрости, умению находить во всем положительные светлые стороны можно позавидовать. Этими жизнестойкими людьми сделано много. Несмотря на то, что находятся в пенсионном возрасте, люди активные, они востребованы. Востребованы везде, как и в воспитательной работе среди нашего подрастающего поколения, также и среди своей организации. Они активно занимаются и в институте третьего возраста, активно участвуют в общественно-политических мероприятиях, которые проводятся как в городе, так и в государстве. То есть это одна из таких вот надежных опор, в том числе и администрации Ленинского района и города Бреста. Совет ветеранов Ленинского района объединяет 105 первичных организаций, в которых насчитывается более 14 тысяч участников. На них возложены ответственные и важные функции по работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Их с каждым годом остается все меньше. Они уходят. Задача каждого из нас – сделать все возможное, чтобы сохранить их воспоминания для потомков. Сохранить, чтобы осталась память о них. Поэтому патриотическое воспитание молодых людей остается приоритетным направлением работы ветеранской организации. Планы грандиозные, но у ветеранов все всегда получается. Получится и воплотить и эти задумки в жизнь, сохранив все то, что было сделано ранее. Я всегда очень уважительно отношусь к тому, что сделано предшественниками. Они жили в определенном периоде времени, они учитывали все происходящее вот в течение этого времени, а это с начала 2016 года вот по начало 2021 года. Работали, старались как могли, в силу того, что они общественники, и в силу того, что все мы ветераны и, в принципе, уже достаточно пожилые люди. Новому составу вот пожелаю таких же успехов, таких же инициатив и творчества, такой же общественной активности и, конечно, уважения к тому, что сделано, и к тем, кто создал достаточно серьезную базу, от которой можно идти дальше и совершенствоваться. А еще разработаны сценарий проведения научных конференций, акций и других мероприятий, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны, где центральными героями станут участники событий тех далеких незабываемых дней. Обо всем этом рассказала нам Надежда Полто, которая вновь избрана председателем Совета ветеранов Ленинского района. Подвели итоги работы за 5 предыдущих лет. Было сделано очень много полезных дел по поддержке социальной ветеранов Великой Отечественной войны, одиноко проживающих ветеранов. Было очень много мероприятий значимых, в которых участвовали наши ветераны. Чтобы им не быть оторванными от жизни, Совет ветеранов Ленинского района прилагает очень колоссальные усилия для того, чтобы жизненная позиция и продолжалась жизнь и на пенсии после окончания трудовой деятельности. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.